На госгранице очередной случай попытки ввоза наркотических средств. В пункте пропуска Верхний Ларс сотрудники пограничного управления ФСБ России по Северной Осетии пресекли попытку контрабанды. 36-летний иностранный гражданин следовал в Россию в качестве водителя большегрузного транспортного средства. На досмотре в автомобиле среди личных вещей был обнаружен полиэтиленовый сверток с веществом растительного происхождения. Экспертиза показала, что это марихуана, общий вес 2,5 грамма. Сейчас проводят доследственную проверку за совершение данного преступления. Уголовным кодексом предусмотрено наказание в виде лишения свободы до 7 лет. И добавим, что в прошлом году на дорогах международного сообщения пресечены 13 попыток контрабанды наркотических средств и психотропных веществ. Возбуждено 8 уголовных дел.